Потому что мне нужно пойти сдать, тезы нужно сдать. Все, музыку не включать. Да, Джуля. Раз, еще раз, по 30 бросков. И только после этого начинаем парты, 5 минут. Сашенька, а ты им будешь говорить время. Иди сюда, дорогой. Шуль, садись. Пройдет 5 минут, скажешь. Что вы стоите, разминаетесь? Вот смотри, Саш, пройдет 5 минут, скажешь, 5 минут прошло. Значит, разминка, 5 минут у вас, повторите страховку, все, все. После этого, эй, за 5 минут у вас каждый делает 30 бросков, ты говоришь, 5 минут. Уходите в партер, 5 минут боретесь, говоришь, 5 минут прошло, и 15 стоите. Вопросов не должно быть. Музыку не включать вообще никакую. Все, камеры снимают. Я вечером посмотрю. Кто привык людям. Так, а я к тебе. Сейчас, если придет Александр Иванович, то меня подождет. Я сейчас пойду сам. То, что мы нормативы сдавали. Парк. Ай, парк.
Начал отрабатывать. А еще это сделай. Снимай. Да. Волга, спорт даты. Камера Инверса.
один процент стоит. Номи. Чей поле? Один стойка. Гарна стойка, Денис. Бука вообще наводит. Пускай тачку. Там стойка, где пин. Быстро переодеться с быстро. Я снова выловлю, пошутить будем, блин. Сказали, что?
падаешь. Ты падаешь, Денис. Денис, ты падаешь. Ты должен в стойке стоять. Это во-первых. Борис, просто помягче. Больше расслабленности. Посмотри, что он делает. Посмотри, какой прием. Он залез, как раз ему концерт был. Вот что сейчас. Руку снизу поставь, блин. Нет. Это мама. Нас. Что, мама? Я вообще за это мне вот ничего не так хорошо. Стало. Звони, не звони. А он не ловит, значит, он прямой. А ловит, значит, где вы должны бороться? Ну, все. Ну, там окей, прямо. Предупреждайте, родители, когда тренировка, предупреждайте. Вот. Давай, давай. Вот я сейчас уходил, я жене сразу сказал, жена, сейчас иду на тренировку с 12 до 2, 2 часа мы едем на ботанику в интернат, взвешивание, потом я приезжаю домой. Все, она все знает, где я. А дочка, так как телефон стоит на этой, дочка смотрит по карте, ага, папа, на ботанике. Так ты кто? Артур? Ты ходишь по ковру, ходишь, не как борец. Это все было не. Да,
Ай, стать, спичило. Та й ще зима, то я покуляю.
Ай, мордя у нас. Ай, Вот я что-то...
de moare, băi. Bine, te rog, ceva. Băi, bă, bulgălui. Și? Oale, ce faci? Eu? Da. Stau. De ce? Ia, să ghești cu scurta, la. Ăștia-i bustală. Да, уже.
10 минут прошло, как мы должны были закончить. Еще. Спадка была. А мы быстро встали на ковер, блин. Так мы только что встали на ковер, блин. Александр Иванович, вот эти пацаны любят борьбу. Каждую минуту смотрят на часы, чтобы быстрее уйти с ковра. Оля сказал, что ты не нарушил. Оля? Он вас обманул. Правильно, Саша? Нет. Обманул. Вперед, еще 20 минут. Сколько времени? 5:10:01. Правильно, полвторого заканчивает. Тебя вообще не надо согнать. Нет. Да. Если бы у меня спина не была больная, да? Извини, что такое? Час бороться надо. Пришел, да, эта борьба может быть целый день бороться. Просто я тебе скажу. У меня дети были такие. Гавровский Сережа, Азаровская Юля, Малик Ирина, Костя Агаки. Завтра ехать в Бельс. Они сегодня пришли, я освободил, они пришли в 10 часов. Я захожу в час. Или 12, я уходил. Туда, чтобы видно было тебя. Я захожу, не борется. Я говорю, сколько можно бороться? Сергей Анатольевич, мы еще 5 минут. Прихожу через час, они опять борются. Все, сказал, скоро. А вас на ковер надо заносить. Вы, я не знаю как. Борьба это ваша нелюбимая? Любимая. Но? Любимая. А мороженое жрать можешь целый день? Нет. А сколько? 5 минут. Что-то, хорошо. Пойдешь со мной, я тебе возьму 100 грамм, я тебе возьму килограмм. И мы посмотрим. Что ты скажешь? Давай, работай, блин. Еще раз, объясняю вам бестолковые. Тренер бестолковый, первый лучший. Стоп. Вот так вот долго не проборешься. Так не надо бороться. Чем меньше... Ты видел когда-нибудь балерину, которую... Танцуют, мышцы все, они расслаблены, все расслаблены, футболист. Они расслаблены, а потом они только включаются. А если ты напряженный, у тебя кровь не поступает, а кровь это кислород, значит ты устаешь быстро. Да ты вообще можешь. Правильно? Молодец. Вот, чуть-чуть захват, ходишь с ним, разговариваешь, показал. Не главное брось, поэтому взять захват, чуть-чуть сюда. Фиги. А ты? Там бычок, знаешь, борется. Я тебе скажу, где он борется. Когда его хотят убить, вот он сопротивляется. Тебя же никто не убивает. Скажи ему, Денис, не бросай меня жестко. Все равно тебя бросит. Не бросит. Скажи, дай фор, держи одну руку. И вот вышел с ним. Раз, чуть-чуть сюда пошел. Оп, показал. Раз. И без бросочка. Вот у вас 10 минут без броска. Стоп! А поклониться ушел дедушке, поклониться. Нет, ему. Ты ему кланяйся. Вот. Разрешите вас на танец. Давай. Разрешите вас выиграть. Выиграть он тебе не даст. Я как учу. Просто в конце. Посмотри. Еще раз. Хочешь у него выиграть? Скажи, Сергей Анатольевич, я скажу, осталось 30 секунд. Ты ходишь, хоп, его на пол бросил, время закончилось, и все. А если вначале бросишь, что тебя убьет, сожрет, разотрет. Когда нужно бросать, да? 5 секунд до конца. Пошли, то же самое, Миша, тебя все касается. Буга, разрешите вас выебать. Хопа! Разрешите вас выебать. Хопа! Разрешите вас выиграть. Сейчас лысый просто. Разрешите вас выиграть. Упала шара. Пойдем, Тец. Да, Тец, слава Богу, мы знаем. Тец, слава Богу, мужчина,
шесть. Тогда шесть защитишь, по сути. Покажи, что ты шесть. Сейчас, одну секунду, слушай. Сейчас, Александр, что происходит?
доходит до вас, и нужно ходить. Руку надо. Раз, и вот если рука здесь, держи. Вот, здесь. Видишь? Ой, ну что такое, извини. Вот и все. Если рука здесь, руку убрал, хоп, и задушил его здесь. Дальше. Обычно как убегают? Берут за туловище через нос. Раз, вот так поднял. Все, никак не убежит. Если ты хочешь держать, так ты извини. Отсюда. То вот эту руку надо держать. А эта рука вот, для того, чтобы туда не перевернул. И голову убрал. А ты вот так делаешь. Я даже не знаю, кто так, как так удобно лежать. Понимаешь? Вот я не знаю румынский язык. Я жене пишу, она мне диктует. И она мне говорит, я не всегда как бы четко. И говорю, слушай, мамка, как это слово так неправильное сочетание, без оно не звучит. Так. Встали, пошли вокруг ковра. А поклониться, а заправиться, встали, заправились. Как тиране, говорит. То, что ты проиграл, ладно, ты выиграешь все равно. Заправился, красиво. Мама посмотрит, а ты как заправиться, поклониться, шаг назад, поклониться. И пошли вокруг ковра. Вес только плохой у Дениса. Почему? У меня нормальный вес. 65-400. А, 65-400, да? Давайте так, чтобы я, во-первых, вы должны с собой кимоно забрать? Да. Миша должен еще взять этот самый. Не надо брать. Кого? Синий кимоно, не надо брать. А это твое? Да. Как твое? А ты мне дал кимоно? Я тебе давал штаны, что там? Я, нет. Ты дал, скотина? Да, я принес. Куда ты принес? Я Юрий Саныч рассказал. Юрий Саныч, ты там убросил. Нет, я сюда поставил. Я вчера зашел туда и стоял. У меня везде, где мое кимоно, точечка. И синие брюки там валялись. Да вы мне брюки не давали, вы мне только кимоно дали. Ну? Куртку. А куртка там я тоже. Я принес куртку туда. А потом, когда здесь ты пришел и взял скотина? Да не брал я ничего. Кимоно где? В какой роль ты выступаешь? Что? В каком кимоно выступаешь? В этом. В этом? Где брюки? В этом. Ну так иди собирай кимоно. Да, сделайте так. Разденьтесь, взвесьтесь, я посмотрю и будем собираться. Я сейчас позвоню, может быть сейчас поедем. Да, что ты обижаешься? Что ты, девочка? Потому что ли? Потому что это не я. Ну не ты, не ты. Все, что обижаться тогда? Сейчас я тебе покажу.